И уже 3 сентября в школах округа можно будет проверить свои знания о событиях Второй мировой войны на диктанте «Победы». Международная патриотическая акция «Единая Россия» в этом году состоится в четвертый раз. Участие в ней могут принять все желающие, в том числе школьники старших классов. Ежегодно к диктанту «Победы» присоединяются жители всех регионов страны от Калининграда до Владивостока. Регистрация открыта уже сейчас на сайте diktantpobeda.rf. Чтобы ответить на вопросы, необходимо отправить заявку с указанием данных и региона проживания. Затем будут определены площадки, на которых и состоится тестирование. На базе каких образовательных учреждений МТИЩ пройдет диктант «Победы», станет известно чуть позже.